В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в развлекательном центре Бермуда-Парк в городе Нанитон. Полиция пытается с ним договориться, но никаких деталей пока не сообщает. Известно только, что мужчина вломился в зал боулинга с ружьем. Людей просят держаться подальше от развлекательного центра. Некоторые очевидцы оставляют сообщения в соцсетях, что не могут выйти даже из соседних зданий.